Итак, ну что, дорогие друзья, всем привет. Сегодня у меня будет новенькое видео на моем канале. Наконец-таки. И я надеюсь, что оно наберет как бы актив, и все будет окей. Ну, как вы поняли уже по названию видео, сегодня я хотел снять для вас покатушечку. Но перед тем, как ехать, мы его помоем. Потому что, я думаю, вы видите, что он грязный. А из-за того, что я катался по полю, но это вам я не снимал, и он прям вообще полностью весь грязный, вот смотрите, то есть тут все закидано грязью. Сейчас я быстренько это все сполосну и мы поедем. Поэтому давайте ставим лайки, давайте наберем 150 лайков по традиции, и я буду снимать уже новенький видос. Поэтому поедем. Вот я думаю, вы видели, что я его немного сполоснул. Сильно намывать его сегодня не буду, потому что все равно сейчас поеду кататься, он опять будет грязный. Поэтому я его так внешне сполоснул, чтобы грязи не было. А потом уже буду его нормально мыть. Поэтому сейчас уже поедем. А вы подписывайтесь и ставьте лайки. Вот я, в принципе, приехал на место, где мы будем сегодня кататься. Поэтому сейчас заводимся и уже едем. Тут последний раз я катался, когда еще был снег. Сейчас уже у нас, как видите, снега вообще нету. Ну, иногда он встречается где-то в таких местах, где он еще не растаял особо. Ну, а так, в основном, уже снега у нас нету. Поэтому это уже даже хорошо, потому что без снега поудобнее кататься. Тут кто-то тоже проезжал, кстати. Ну, значит, я тоже должен проехать. Вообще, спокойно проезжаю. Опа.
типа была вся замерзшая. Опа. А сейчас уже все. У нас уже тепло, сейчас где-то на улице примерно плюс 7, по-моему, или плюс 8. Ну, короче, уже тепло. То есть вот я в штанах, одел перчатки, но вот в этих толстых перчатках уже жарко, конечно, ездить. Ну, а другие я не хочу одевать, потому что, ну, чтобы их не испачкать, короче. Так, сейчас вот отсюда поедем и туда. Съездим сейчас на тот мост поломанный. Ой-ой-ой. Блин, я не хочу пачкаться. Так, проехали. Ой-ой-ой, а тут вообще сейчас, смотрите, хорошо. Так, поворотик. Опасненько. Так, 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 тут у нас третья лужа есть. По ним, ой. Да. Сейчас бы еще упал вообще бы. По ним мы не поедем. О, я придумал. Сейчас, короче, вам засниму кадр, как я буду оттуда поворачивать. Поэтому давайте за это по-любому лайк ставим. Вроде бы получилось там немного вам подснять. Вот, смотрите, тут немного нагреб. Но там на камере, конечно, короче, угол обзора. То есть снизу я снимал. Конечно, было бы лучше, если бы вот примерно с такого роста была бы съемка, но так не получается сделать. Вот. Ну, короче, прокатился. Вот питбайк стоит. Сейчас я камеру нацепляю. Вот. Оп. Все. И поедем дальше кататься. Сейчас посмотрим. Может, в какую-нибудь горочку заедем. Вон там вот, кстати, же одна есть, в которую я тогда на Дио заезжал. Я, кстати, смотрите, нашел от чего-то, от Марка или от чего это. Поворотник или как это. Вот. Сейчас поедем дальше. Так, питбайк тут все стоит. Кстати, я бензин не проверял, но я думаю, что хватит. Тем более, еще резерв есть. Поэтому пофигу, едем дальше. Так. Сцепление, газ. Так, а давайте... Давайте сейчас съездим туда, где пляж. Ну как пляж? Где песок, короче. Вот сюда сейчас заедем. Тут посмотрим. А, в принципе, я уже вижу, тут грязь. Так, давайте тут встанем. Вообще посмотрим, что кого. Тут вот такой вот песочек. А, ага. Короче, вот, все, речка уже растаяла. Я туда не проеду, потому что... Ой, не пойду, потому что у меня питбайк падает. Песок прям очень такой. Оп. Так, сейчас развернем. Хватит. Подъехал, и теперь давайте тут тоже все посмотрим, покажу вам вообще отсюда, как все выглядит, что кого тут. Тут, короче, сюда подходим, вот так вот, оп, прыгаем, и тут у нас мост поломанный, короче. Кстати, пишите в комментариях, если вы хотите,
чтобы я снял для вас оффроуд, потому что сейчас, то есть грязь есть, из-за того, что снег как бы растаял, и сейчас есть грязь. Я могу для вас снять, если на этом видосе наберется больше 2000 просмотров и 150 лайков. То есть, чтобы я снял для вас оффроуд, надо всего-то набрать 2000 просмотров и 150 лайков. Ну, также побольше комментариев, чтобы, ну, чтобы был больше актив. И я вам сниму, короче, оффроуд. По грязи, там, по всему. Так, а теперь вот давайте я сейчас вот сюда вот подъеду, но с той стороны, и мы сюда заедем. Хотя тут, в принципе, горочка небольшая. И я знаю, что я заеду, но чисто ради интереса так проехать. Задним. Я, в принципе, могу даже на нее залететь тут на скорости. Ну да, вообще, в принципе, спокойно. В такие горочки я захожу. Сейчас бы вообще было прикольно, если бы я прям на скорости через нее проехал. Ага. Не, ну я, в принципе, могу и с той стороны сейчас объехать, чтобы в нее не лезть. Так, 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 так. Вот так вот сейчас объедем. Блин, на заднем так прикольно ездить. О, кстати, поехали, короче, вот тут. Это, кстати, тоже уже можно назвать оффроуд, потому что я еду не по дороге. Тут вот речка, короче, обрыв. И мы едем, ой, сейчас было опасно. Ты туда не ушел, короче. Я тут не проеду. Поэтому вот тут поедем. Опа. Так, на первую включаем.